Уважаемые тренера, если вы здесь есть, подходите за своими подятками и призами. Тренеру Лавринова Анна. Тренер Голик Каролина. Громче, громче, поздравляем наших тренеров. Ну что ж, а теперь переходим. Диплом участника награждается Фантикова Владислава. Диплом участника награждается Клепка Милана. Борисюк София. Мазур Юлия. Диплом участника награждается Мороз Анна. Палашникова Мирослава. Мелгуис Лариса. Аплодисменты нашим замечательным участникам. За третье место в категории 10-13 полотна начинающие Кравченко Кира. Поздравляем Киру с третьим местом. Второе место Ледовская Анастасия. Первое место Леденева Милана. Аплодисменты нашим чемпионам. Третье место в категории 10-13 полотна аматоры награждается Пономаренко Катерина. Пономаренко Катерина есть. И Панченко Полина за третье место в категории 10-13 полотна аматоры. Второе место. Темник Ариадна. Ариадна. Первое место в категории Казак Евгений. Аплодисменты! А мы переходим далее. Третье место в категории 10-13 полотна полупрофессионалы. Томилина Валерия. Второе место Илмаз Жасмин. И первое место в категории получает Полиенко Катерина. Катерина дрессировщица. Аплодисменты нашим красавицам. Продолжаем. Третье место в категории 10-13 полотна профессионалы получает Полиенко Анастасия. Поздравляем Настю. Второе место Качкова София. И первое место получила Бондаренко Даша. Thank you.
Девочки точно заслужили ваших аплодисментов. Поздравляем чемпиона! А мы переходим к следующей категории. 14-17. Полотна начинающие. Второе место в категории 14-17. Полотна начинающие. Кальянова Луиза. Первое место в данной категории получила Маша Заполотникова. Аплодисменты, аплодисменты девушкам. А мы продолжаем. И следующая категория 14-17. Полотна полупрофессионалы. Первое место получает Галина Елизавета. Аплодисменты Лизе. Провожаем бурными, бурными овациями. Первое место в категории 30+. Полотна профессионалы заслужила Анна Бурьянова. Давайте еще раз громко-громко наших замечательных чемпионов и участников поприветствуем. Вы действительно молодцы и заслужили самых ярких, самых громких аплодисментов и всех призов. Ершовская Анна, замечательная девушка, получает диплом участника. Ершовская Анна! Ну что ж, а мы всех приглашаем на сцену.